Друзья, мне очень много пришло всяких сообщений в личку насчет науки о человечности. Ну, в частности, что это давно уже развивается, еще от Пифагора, еще раньше, о гуманизме, в интернете это очень много. Я хочу немножко сузить ваше внимание. Я говорю именно о создании научных критериев, потому что такой задачи никогда еще нигде не ставилось. Вы раскройте интернет, посмотрите, что там обычно пишут об этом. И немножко сосредоточьтесь. Я приглашаю специалистов, именно тех, которые близки к научным пониманиям. Я приглашаю всех, кто хочет в этом поучаствовать, сказать свои соображения, потому что вместе мы силы. Ну, конечно, это небольшой разрыв шаблонов, потому что мы привыкли думать, что все и так есть. И Пушкин есть рядом с нами, и Толстой, и все остальное. Нет, это не так. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Именно создаем науку человечности. Это немножко другое. Да, пожалуйста, посмотрите в Википедии, что значит научные критерии. Научные критерии. Да, вот на эту тему мы сначала должны поговорить, я так понял.